Всем привет! Сегодня у нас выпускник бизнес-молодости Данил Матухно и его курс из Инстаграма «Заработок на маркетинге». Про Данила у меня уже есть одно видео. Очень хочется, чтобы Даня был на канале в последний раз. Скоро Новый год, давайте все плохое оставим в уходящем году. После первого видео про Даню меня просто завалили отзывами и выпускники его курсов. Плюс мне удалось посмотреть курсы «Заработок на маркетинге» от Дани. Вот, знакомьтесь. Так выглядят хейтеры и хейтерши, которые пишут негативные комментарии под постами в Инстаграме, на Ютубе. Такая чисто интеллектуальная аудитория. Именно так Данил Матухно реагирует на негативные отзывы о его работе. С уважением, неудобные петухи. Подписали мне письмо с отзывами выпускники курса «Заработок на маркетинге», которым курс не понравился и которые писали Данилу свои претензии. Даня, а что вообще у тебя на курсе там происходит? Хочу сразу предупредить, что мне не нравится термин «инфо-цыган». Хотелось бы подобрать ему равноценную замену, которая бы не оскорбляла никого, кроме продавцов плохих курсов. Если вы можете придумать, как одним словом назвать людей, которые учат тому, в чем сами плохо разбираются, то напишите в комментарии. С удовольствием буду использовать другой термин. Итак, в начале 2019 года инстаграм-блогер Марго Савчук связалась с Данилой Матухно. У Савчук тогда было примерно 250 тысяч подписчиков, у Дани было 30 тысяч подписчиков, и он продавал свой курс «Реальный литген». Даня прошел у бизнес-молодости курс «Реальных директ» и открыл свой курс с оригинальным названием «Реальный литген». 60, 100, 150 тысяч рублей. Где вы еще, на каких рабочих местах вы видели такую зарплату, учитывая такой маленький промежуток времени, который требует на обучение? Курс «Заработок на маркетинге» от Савчук и Матухно стоит от 6 до 40 тысяч рублей. И это очень дорого. В то время как другие инстаграм-блогеры думали продавать свои курсы за 500 рублей или, может быть, за 3000, пришел Даня Матухно из бизнес-молодости и поставил цену в 40 тысяч рублей. Не надо стесняться. В итоге на первом потоке обучалось более 600 человек, на втором потоке более 1000. С этих двух потоков Савчук и Матухно заработали более 10 миллионов рублей на подростках. Я подозреваю, что такая наглость с взвинчиванием цен на плохой инфопродукт сподвигла и других инстаграм-блогеров выпускать свои чек-листы или поднимать цены на уже имеющиеся. Поэтому сегодняшняя вакханалия на рынке инфопродуктов инстаграм-блогеров началась в том числе с толчка и Дани Матухно. Он показал, что любой плохой продукт можно продать дорого и заработать на этом много. Для вас же мы упаковали настолько понятно, интересную и крутую программу, что я хочу себе стереть память, чтобы пройти ее самостоятельно. У курса «Заработок на маркетинге» было два потока. Первый поток вообще вышел неудачный в плане организации образовательного процесса. Там экономили на всем. Не было нормальных кураторов, постоянно переносили выпуск уроков, почти все пустили на самотек. Когда Даня рекламировал этот курс, он обещал, что проведет итоговое тестирование и лучших учеников устроит к своим партнерам. Плюс финальная сертификация, когда мы оценим, как вы усвоили материал и порекомендуем вас в компании наших друзей и партнеров. В итоге выпускникам пару месяцев не давали тестирования. Когда тест все же провели, то оказалось, что у Дани и Марго нет никаких компаньонов, куда можно порекомендовать своих выпускников. Кураторы курса просто кинули ученикам несколько ссылок на вакансии из интернета и сказали откликаться самим. Сертификаты выпускникам курса обещали выдать только тогда, когда люди уже открыто требовали сертификаты. Даня писал своим ученикам, что ничего у них не изменится с получением PDF-сертификата. К слову, сертификаты выглядели вот так. Это почти пустой белый лист, где написано, сколько баллов в итоговом тестировании набрал выпускник. В чате люди спрашивали, можно ли добавить сертификат хотя бы перечисления навыков, которые освоили выпускники. На это Даня ответил, а что вы ожидали увидеть в сертификате, печать Министерства образования? Я просто не понимаю, ахаха. Это вообще, к слову, про сертификаты с каких-то курсов. Когда вы пришли к специалисту, а у него все образование это несколько сертификатов, то перед вами точно не очень хороший специалист. Здравствуйте, я диджитал-маркетолог, я пришел устраиваться к вам на работу. А какое у вас образование? Я выпускник курса Дани Матухно, вот у меня даже сертификат есть. Почему вызвали охрану? Когда Марго и Даня продавали второй поток курса «Заработок на маркетинге», они показывали сайт, который сделал их ученик, звучали фразы в стиле «парень такой молодец, надо взять его к себе в команду». Этот парень действительно молодец, но более-менее нормальные сайты он научился делать сам, здесь нет заслуг Марго и Дани.
Его зовут Александр Крюков. Он сам разобрался в сервисе Tilda. Но так как это буквально единственный ученик у Дани Матухно, который начал зарабатывать, Даня этого Александра Крюкова использует для рекламы всех своих новых продуктов. Второй поток заработка на маркетинге. Курс заработок на упаковке. Везде Даня представляет Александра Крюкова как пример, что после курса Дани все могут зарабатывать. Саня, привет! У нас сегодня с тобой будет небольшое интервью для ребят, которые только начинают, чтобы на твоем примере показать, как за одно лето выйти на доход 100 тысяч рублей в месяц. Александр, надеюсь, Даня вам хотя бы платит за участие в его рекламе. Ученики первого потока обсуждают, что со временем очарование молодыми бизнесменами из Инстаграма, Дани и Марго спадает, а разочарование увеличивается. Многие ученики Дани и Марго в итоге отписываются от своих блогеров-учителей. Например, мой чек на услуги начинается от 300 тысяч рублей и больше. Поэтому это такая для вас мотивация. И если вы просто будете идти шаг за шагом, который я уже прошел, вы тоже к этому придете, причем быстрее, чем я, намного. У курса заработок на маркетинге заявлено всего два автора, Данила Матухно и Марго Савчук. В итоге Марго там буквально на полтора видео, она вам расскажет немножко про мотивацию и про тайм-менеджмент. Но если вы хотите узнать про тайм-менеджмент, почитайте лучше книгу Глеба Архангельского. Данил Матухно в этом курсе тоже читает не так много лекций, а основной пласт занятий ведет некто Олег Дымшаков. Он был заявлен как куратор, но в итоге ключевую практическую часть читал именно Олег. Получается, что Марго Савчук в курсе вообще не нужна. Она была всего лишь витриной для продажи этого курса. Данила Матухно также читает всего несколько лекций, а основная часть курса ведется Олегом Дымшаковым. Мне кажется, что о таком нужно предупреждать еще до покупки. Мне пишут, что большинство учеников не смогли заработать по предложенной в курсе схеме и найти адекватные проекты. Хотя совсем не бездействовали. Уникальных знаний люди в курсе не нашли. Многим продавать свои услуги низкого качества после этого курса помешала совесть. Мы с Марго прокачаем вас за апрель и как за руку доведем до результата. Мне написала выпускница с тарифа VIP, который стоит 40 тысяч рублей. Проходила первый поток, тариф VIP. Мое впечатление негативное. Я приходила на курс получить современные, полезные, глубокие знания в сфере маркетинга. Но, к сожалению, то, зачем приходила, я не получила. Все без четкой инструкции, лишь заряд мотивации и призыв к действию. Не понравилось отсутствие четкой структуры курса и поддержка кураторов в тарифе VIP. Ощущение, что курс сделали на коленке, в попыхах. Конечно, многое зависит и от настроя ученика, и от цели, но невозможно закрыть глаза на множество косяков, тем более за 40 тысяч рублей. Курс не стоит своих денег. Давайте еще скажу пару слов про опыт работы в маркетинге Данилы Матухно. Интересный отзыв о работе Данилы был под видео на канале Ютубное. Человек пишет, что Даня обещал ему сделать корпоративный сайт, взял аванс и на 3 месяца пропал. Еще Даня рассказывает, что делал сайт для компании SDEC. В итоге оказалось, что он сделал простой лендинг для одного из многочисленных франчайзи компании SDEC. Сам SDEC про сотрудничество с Даней не в курсе. А дальше самые заряженные уже пойдут с нами за руку и научатся всему, о чем мы говорим в этих видеоуроках. Под прошлым видео про Даню в комментариях рассказали, как девушка отдала последние деньги или даже взяла кредит на курс заработок на маркетинге в надежде быстро отбить вложения. А потом спрашивала в общем чате, что ей делать. Понятно, что она ничего не заработала, а Даня и Марго просто купили себе какой-нибудь очередной предмет роскоши. Заработав на подростков много миллионов рублей, сегодня Даня снимает очень дорогую квартиру в Москве, передвигается на такси бизнес-класса. Не так давно Матухно и Савчук купили у создателя бизнес-молодости Петра Осипова участие в мастер-майнде за 1,5 миллиона рублей с человека. Давайте теперь перейдем к разбору курса «Заработок на маркетинге». Как вам кажется, откуда 17-летний Даня мог взять информацию, которую продает на своем курсе? Каждые 2-3 года принципы маркетинга, они полностью обновляются. И получается, что в книгах вы будете бесконечно плавать в теории. Это очень грустно. Человек закончил только школу. Он даже любой свой маленький PDF-файлик называет книгой. Страшно представить, если бы Даня поступил в вуз, и ему сказали бы написать курсовую работу. Наверное, Даня назвал бы эту работу «Альманах». Когда Данил Матухно и Марго Савчук продавали первый поток курса «Заработок на маркетинге», то формально самого курса у них не было. Они продавали обещание, что курс появится. После успешной продажи курса пришлось в попыхах составлять курс и записывать уроки. В то время Даня Матухно проходил курс от Тараса Левчика «Трафик мастер». И я уверен, что большая часть в курсе «Заработок на маркетинге» — это пересказ курса «Трафик мастер» от Тараса Левчика. «Трафик мастер» от Левчика — это очень дорогой курс по рекламе в Facebook и Instagram. Сейчас нет актуальных цен на сайте, но я помню, что последние цены на курс были в районе 160 тысяч рублей с человека. Тарас Левчик рассказывает про анализ конкурентов, подготовку сайта к рекламе, выбор продукта, рекламу в Instagram и аналитику рекламной кампании. Я ни в коем случае не рекламирую Тараса Левчика,
Тимчика, он точно такой же инфо-цыган, как и Даня Матухно. Например, у Тараса в курсе есть модуль 4. Он называется «Готовим сайт к рекламе». Там Тарас, помимо прочего, приводит примеры плохих лендингов. А у Дани Матухно в курсе также есть модуль 4. Он называется «Создание полноценных лендингов». И там Даня приводит уже свои антипримеры сайтов, как не надо делать. Даня показывает в качестве примера 3 сайта. И все эти 3 сайта есть в примере из курса Тараса Левчика. У Левчика, правда, примеров больше, но Даня взял себе только 3. Забавно получается, что Тарас и Даня во всем большом интернете нашли 3 одинаковых сайта для примера плохих лендингов. У меня есть очень простое объяснение этой ситуации. Даня просто взял информацию из курса Тараса Левчика. И если по-крупному доказать факты заимствования в этих 2 курсах тяжело, потому что Матухно пересказывает чужие курсы своими словами, и тут на плагиате сильно не словишь, то вот по мелочам, там, где Дане было лень искать самому, он просто скопировал информацию у Тараса Левчика. Про Левчика есть такой отзыв в интернете. Лекции проходят долго, а лектор говорит быстро. Большая часть обучения проходит в стиле «что вижу на экране, то и говорю». Также Тарас любит подолгу показывать свои майндкарты и читать их. Если вы когда-то видели, как Данил Матухно ведет свои курсы, он ведет их вот точно так же. То есть Данил Матухно вдохновился для своего курса не только курсом Тараса Левчика, но и манерой преподавания Тараса. Давайте немного посмотрим сам курс «Заработок на маркетинге». Я могу сказать так, туда добавили очень много разной информации, такое ощущение, что все, что было под рукой, грузили в этот курс. Например, в самом начале есть файл «5 кейсов реальный лидген». Это файл из старого курса Дани, но его просто загрузили и в этот курс. Пусть будет. Зачем в новый курс грузить информацию из старого курса? Для меня вопрос. Только для того, чтобы придать курсу «Заработок на маркетинге» солидности и увесистости. Мол, смотрите, у нас очень много информации в курсе. И чтобы любому недовольному ученику сказать: «Но ты же не все прочитал. В курсе было так много материала, а ты не все посмотрел». Еще есть интересный файл «Словарь маркетолога». В нем Даня своими словами объясняет термины, и это прямо плохо. Например, Даня дает название одного из сервисов Google Speed Test. А я погуглил, и вроде бы сервис называется Page Speed Insights. То есть, либо сервис название поменял, а у Дани информация устаревшая, либо Даня изначально неправильное название сервиса указал. Давал бы Даня хотя бы ссылки на те сервисы, о которых он говорит, а то по неправильному названию ведь можно и неправильные сервисы найти. Еще я не понял, что такое профит. Даня пишет, что профит – это ваша прибыль с рекламной кампании. Так это получается просто прибыль, но у прибыли есть свое определение в этом файле. Что тогда Даня имеет в виду под термином профит? Возможно, Даня имел в виду ROI в рекламной кампании, но запутался и назвал это профитом. Про словарь маркетолога я могу сказать так. Даня с большего накидал туда терминов, некоторые важные термины забыл, некоторые странные термины указал. И все термины Даня объяснил своими словами, и там далеко не все понятно или верно. При этом Даня дает определение понятия лендинг, а в лекциях может сказать ленд или лендос. Еще Даня очень часто говорит такие термины, как мясо, или фразу взрывать мозги. Но определение таким термином в словаре предпринимателя от Дани я почему-то не нашел. И получается, что уже на этапе знакомства с курсом, в самом начале ты начинаешь понимать, что что-то тут не так. В этом же уроке Даня говорит, что для теста вашего лендинга вам необходимо 1000 переходов. Также Даня рассказал, что в среднем один клик в интернете стоит 10-15 рублей. Я не знаю, откуда у Дани информация про среднюю стоимость клика в интернете, я такую информацию не нашел. Средняя стоимость клика зависит от огромного количества факторов. Просто так сказать, что цена клика в интернете 10-15 рублей, нельзя. Еще Даня любит вскрывать психологически своих учеников. Я бы напрягся, если бы меня начал вскрывать психологически 18-летний Даня без психологического образования. Подозреваю, что там не вскрытие психологически, а как любят делать на тренингах БМ, сильное психологическое давление, граничащие с унижением учеников. Моя самая дорогая покупка – это 300 тысяч рублей за VIP-программу по бизнесу, называется МЗС. Когда про Марго Савчук показали репортаж по РЕН-ТВ, в чат выпускников одна девушка написала, что ее отец посмотрел по ТВ репортаж, потом посмотрел на ютубе видео чувака в шапочке, это я, и спросил у дочери, у кого вообще она учится. На это Даня ответил, что кто-то вливает серьезные деньги в травлю Дани и подрыв его репутации. У меня вопрос, а была ли репутация? Репутация кого? Выпускников?
выпускника бизнес-молодости. Также Даня пишет: здесь ситуация в серьезной конкуренции, потому что он продает за 40 тысяч информацию, которая стоит несколько сотен тысяч. Эх, Даня, ты продаешь информацию за 40 тысяч только потому, что ты алчный. Вся информация с твоего курса с максимальной поддержкой кураторов стоит не более 3000 рублей, а то и меньше. И в твоем курсе еще нужно порядок навести с информацией, так как в обучающих роликах очень много твоего мнения, которое не всегда верное. А то, что ты за 40 тысяч продаешь пересказ того, что Тарас Левчик продает за 160 тысяч, тут ты прав. Вывод по курсу «Заработок на маркетинге» от Матухно и Савчук. Полезной информации в курсе 5-10%, много смысловых ошибок и отсебятины авторов. Чувствуется отсутствие реального опыта работы у создателей данного курса. Такое ощущение, что в этом курсе вам рассказывают про воздушные замки, а не про маркетинг. Даня, а за деньги, которые ты собираешь у подростков, обещая их научить зарабатывать на маркетинге, нельзя даже хлеб покупать. Потому что твоя схема работы – это просто отъем денег у людей под видом образования. Вот выйти на 100 тысяч рублей в месяц – это сейчас просто техническая задача. Недавно Даня Матухно продавал курс «Заработок на упаковке бизнеса» вместе с Артемом Облиновым. И мне пишут, что Облинов вроде бы нормальный предприниматель. Артем даже свой профиль с сайта «Бизнес-молодости» удалил. А инфо-цыгане же обычно гордятся, что они обучались у «Бизнес-молодости». И если Артем Облинов нормальный предприниматель, то я хочу обратиться к нему. Артем, продавая курсы с Данилой Матухно, вы легитимизируете инфо-цыганство. Зачем вы это делаете? А в конце этого не очень веселого ролика хотелось бы оставить позитивный отзыв от Вовы. Он выпускник второго курса «Заработок на маркетинге», потому что мы тут за плюрализм мнений. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Итак, почему я решил пойти на этот курс? Потому что год назад еще был подписан на Марго и на Даню в Инстаграме и следил за ними, покупал пару курсов у Марго, мне все нравилось, как бы в доверии проблем не было. Вопрос все время был именно в том, как мне накопить денег для того, чтобы я себе купил эту программу. Я в итоге эти деньги накопил, купил программу, прошел ее, и никаких нет претензий вообще. То есть там реально, там нет подставных отзывов, там нет подставных людей, там все нормально, все чисто, все гладко. Видео все в хорошем качестве, с хорошей структурой, с кучей сочной мясной информации. То есть то, зачем люди пришли, чтобы меня научили, куда где нажимать и как что делать, это все есть. Как знакомиться с клиентами – есть. Как находить, как переписываться, как общаться – есть. Все, что нужно сделать человеку, это просто… Вот там 10 раз это повторяется. Повторите все, что мы просим сделать, и вы получите результат. Человек, который это все повторит, он получит результат. Если человек все это запомнит, выучит, но при этом он не будет реализовывать, то он и останется недоволен.